Всем привет, дорогие зрители канала Папа Юсуф. Мы с вами радужка местного красота. Вот, сегодня первый день, друзья, аквапарк дети хотят. Первое видео уже вы смотрели. Это второе видео, короче, территория отель. Я вам показываю свое мнение. Канал Turkish People тоже будет одно и то же тема, но разные видео, друзья. Это сразу предупреждаю. Короче, отель огромный, большой. Так вижу, везде зелень, везде красиво. Гигантский. Да, на этом слово. Большой, очень большой. И здесь, который кадре Белек, там всегда отель большой. Потому что земля кусок большой давали, но во время платили туризме. Вот они остались, мегасарай. Большой клуб мегасарай. Это имя есть, друзья, имя. Посмотрим дальше, что показывает у нас. Давайте пойдем, показываем вас, что то красота. Ну, друзья, погода хорошая сегодня, 22 градус. Немножко ветер есть, но бегать надо. Вот этот человек здесь работает, я знаю его. Шеф, напьем, шеф. Не заехал, благодарю я. Gel bir gel. Tanıyamadın mı sen beni? Tanıyamadım. Vallahi. Gerçekten tanıyamadım. Hadi canım. Вот человек. Мы с Илайфом вместе работали, это человеком. Друзья, везде бассейн, там бассейн, там бассейн. Бар, клуб. Давайте аквапарк поедем. Дети хочет, очень хочет аквапарк увидеть. Я еще вот эту кабину самую видишь? Я сейчас думаю спуститься. Надо слушать папа, молодой человек. Сам себе бегать нельзя, хорошо? Папа, кстати, я на такой же каталась. Куда каталась? В The Land of Legends, вот такая же. Да? Труба и была. Да, и я там на ней каталась. Я хочу туда тоже. Я знаю эти ощущения. Я так вижу, здесь персонала мало, ребята. Да. И если что-то авария, вам никто помогать не сможет. Да. Папа плавать не умеет. Папа, ничего не случится, ты че? Дай бог. Ничего не случится. Всегда гарантим надо, ребята. Все включили, только что. Бумажки нет. Вот. Договора нет. Вот в таком бассейнчике. Вот. Вот. Ладно. Дети, кто хочет туда увидеть? Сюда, сюда, сюда. Скоро выучим. И здесь детские. Вообще маленький-маленький. Видите, такой. Человек устал спить. Ребята, территория, короче, посмотрим. Вот вход здесь. Еще раз поминаю вас, аккуратно, слушать надо папа. Каждый раз надо придет папа, надо говорить, я здесь. Иисус, каждый раз надо придешь, папа говорит, я здесь. Слушал? Конечно. Хорошо. Короче, друзья, вот другой мир. Да, персонал есть здесь, который помогает. А что, места нету? Опа, человек. Опа. А, останавливай, бьет вот так. Слушай, а теперь что там делать-то? Нет ничего. Давайте, ребята, ваши вещи дайте мне. Вот там и на пляж, там есть лежать. Прям пляж, видишь? Там можешь там лежать. Мы здесь с дроном летали, там вообще никого нет. Я здесь в кадре, как красиво, вы видите? Песок везде, еще море не дошло. Сейчас, давай. Одежда дайте меня.
Вот наша Аня, вот наша Аня, вот наша Аня. Какая хорошенькая девочка. Иса, где? А его не выпустит. Супер, да? Давай. Это бросай обычным. Так, вот сюда, там сколько есть? Зачем это тащить? Зачем? Давай, давай. Сейчас Иса придет. Посмотрим его. Вот. Вот. Давай, человек, давай. Иса перейдет сейчас синей части. Аня уже пришла. Вот. Вот сейчас Аня придет. Аня, Аня, Аня. Недоволен. Недоволен. Вот Аня и Андрей. Сейчас будет. Воу! Воу! Вот. Вот Иса. Вот Иса. Реально они что делают? Кто-то понимает? Вообще непонятно. Друзья, начинаю так море. Перешел море. Показать вам. А что? Интересного. Так дальше мы обычно где там стройство есть, туда стройка идет, да? Туда приезжаем иногда. Сюда со отели читается люкс, супер люкс. Поэтому и здесь так аккуратно, там где-то море. Друзья, где красиво, Бодрум или Анталия? Это так тяжело вопрос, друзья. Вы знаете, один подписчица нам писал, где лучше. Конечно, Бодрум море, однозначно. Красота просто. Как так сидишь, где около моря, совсем другой жизни туда, реально. Народ в данный момент мало, со спортсмены, я так вижу, отели. Простой народ, пока мало, немного, грубо говоря, вот так. Вот где-то около моря, там со простой народ. Остальное молодых, со спортсмены, они тур привезет, которые... Каждая страна есть такое спортивное министерство. Кто-то определенный, который есть карточку с спортсменом. Вот они переписываются. Они перевезет сюда бесплатно. Они отдыхают бесплатно сюда. Антиремонт делают. Когда Sea Life Hotel работал, постоянно был это спортсменом. Конечно, отель надо показывать. Это человек и налоговый. Вот так решается, очень просто, круче. Дальше. Друзья, здесь, который немецкий голос, Голландия, который еще Румения. Так, вот таком голосе слышишь. По-русски пока мало. Араб, конечно, везде, постоянно. Вот что есть на море, которое есть, это наше.
Вот только Анталии есть таком. Сакакушу. Крлангуч. Конечно, его голос очень красиво. Серче. Птица маленький. Ардуч. Я звезды кирпи. Это которые живот белый. Только Анталии есть. Су курбаса. Семендер Анталия. Саламендер. Вот, друзья, что-то есть. Интересное фото человека. Ставил сюда бабочек. Амбарот. Почему? Не важно. Вот настоящий народ отдыхает. Как европейская система создали. Друзья, такой отель редко найдешь. Вот. Везде там сверху камень народу сидит. Здесь реально так, вот зелень. Со электрик забирают, который энергию забирает ногам, проблемам. Зеленем ходить всегда лучше. Еще один кафешку есть сюда. Наверное, шашлык жарят туда, что такой-то дом идет. Может, приготовка на вечер. Как кальяном пахнет. Риба и котлет. Ресторан, gözleme house, тоже отдельный для gözleme. Серьезно, хороший. Они для приготовка вечер. Отель реально большой, друзья. Место так свободно. Везде бар, ресторан. Так главный ресторан мне вообще не понравился, но на улице, который есть, хороший ресторан. Друзья, это бар. Одну чайку попил. Продолжаю. Друзья, реально большой отель, серьезно говоря. Каждая дырка там зелень. Каждое место люди отдыхают. Так много места, бассейны. Куда не нравится, туда иди. Серьезно. Вот настоящий отпуск. Вот так надо быть, да? Вот. Немножко ходить. Голова ногам. Все, энергии надо. Плохой энергии выбрасывать. Так топле, зеленый. Продолжаю. Здесь говорят, там хороший клуб есть. Поэтому я так думаю, много молодых. Вот там дальше тоже бассейн есть, друзья, где-то там, туда вилла. Вот. Кому-то как. Когда мы служили армии, неделю один раз обязательно голо ногами, там земля мы ходили, каждую пятницу. Так поминал это время. Здесь такой главный бассейн нету, друзья. Со общим, который. Везде бассейн. Такой огромный бассейн я не видел еще. Наверное, там где-то есть она. Конечно, Елена надо спросить, сколько много ходить. Наверное, главный бассейн вот здесь. Такой громче музык.
реально, и здесь. Это главный бассейн, друзья. Находится много места. Не только здесь, везде мосты. Вот я вижу Елена и Андрей. Они что делают туда? Вот они. Чего, ребята? Все хорошо, только вода холодная. Главное, бассейн здесь. И там бассейн есть, там есть релакс-бассейн, да, для взрослых. Аня где? Идет. Не потеряли никого. А, ну, хорошо, отлично. Лежаков всем хватает, очень много места. Чего? Лежаков всем хватает, много места. Да, там не видел, да еще назад есть народ. Видели, везде, на все травки, везде-везде. Вот вода, да, немножко прохладная. Потрогай. Холодно вода, реально холодно. А мы что, на горках катались, ничего? Я понимаю. Это вообще, я еще каплю. 50 граммом, все можно. Это неправда, просто. Дети же не пьют. Наши подписчики тоже есть здесь. Несколько человек меня видел сразу. Привет, передавали вас. Спасибо всем, привет, кто нас знает. Друзья, здесь топливо, бассейн, спа, который... Радужком есть фитнес, который туда на части. Не очень большой части, но на улице бассейн реально холодно. И здесь народ отдыхает просто так. Канал Turkish People. Я вас, подписчики. Я вас, подписчики, как ваши дела? Да, красиво, молодой человек. Все. Аня тоже блогером осталась. Папа сейчас купаться будет. Снимайте, ребята.